Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами прогуляемся по бульвару Богдана Хмельницкого до памятника освободителям Донбасса. Святой благоверный князь Александр Невский. Мемориал жертвам Чернобыльской трагедии. Это бульвар Богдана Хмельницкого. Этот дом разбирают. Пятиэтажка восстанавливается. Дома с другой стороны целые. Школа номер 9 по Апатова. Ведется капитальный ремонт. Пересекаем улицу Апатова. По правую сторону здесь уже давно снесли пятиэтажки, пока ничего не строят. Эта часть бульвара превратилась в джунгли. Природа берет свое. Ну и, конечно же, не без сволочей, которые оставляют мусор после себя.
С этой стороны пятиэтажное здание в процессе восстановления. Паспорт этого объекта. Бульвар Богдана Хмельницкого, дом 3. Окончание строительства, 4-й квартал 23-го года. Здесь разобрали несколько домов. Этот дом восстанавливается. А в этом доме был офис ОБСЕ. Дом восстанавливают. Пятиэтажка справа тоже в процессе восстановления. Это спорткомплекс «Ильичевец». Работы по восстановлению все еще продолжаются. Мы пришли с вами к началу центральной аллеи Приморского парка. Это памятник освободителям Донбасса. Восстановление центральной аллеи уже почти завершено, но мы с вами прогуляемся по ней в другой раз. Проспект Нахимова. Дома вдоль проспекта Нахимова восстанавливаются.
Ha, ha, ha.